Эй, Бетти, подойди. Да, мам, что? Держи тебе $1. О, я смогу купить себе конфетки? Какие еще конфеты? Ты должна купить хлеба. Я насобирала эти деньги по всему дому, но у меня нет сил выйти на улицу. Поторопись. Ну ладно. Так, в этом магазине хлеб стоит $2, а у меня только один. Мне не хватает. Здравствуйте, а скажите, сколько у вас стоит хлеб? $1.5, деточка. Ну ладно, спасибо. Извините, я знаю, что этот хлеб стоит больше, но, может, вы продали бы мне его за $1? У меня больше нет. Так, а ну вали отсюда, попрошайка. И тут мне тоже не хватает, но зато хватает на газировку. Хотя бы попью. Можно мне вон ту за $1? Ты купила хлеб? Нет, я купила спрайт. Что? Я всегда знала, что ты без мозгов. Знаешь что? А ну иди собирай свои манатки и вали из этого дома. На что ты там уставилась? Тут сказано, что эта газировка юбилейная, и за это я выигрываю 10 миллионов. Продолжение по ссылке в комментариях.